Если вас одолели муравьи в доме, саду или огороде, а использовать химию не хочется, тогда есть один простой, достаточно эффективный и копеечный способ избавиться от муравьев. Данный способ заключается в использовании борной кислоты с приманкой. Дело в том, что борная кислота оказывает на муравьев негативные действия. После нее муравьи погибают, либо утрачивают способность к размножению. В результате через какое-то время муравейник исчезает. Например, можно приготовить такую смесь. Отвариваем одно куриное яйцо вкрутую, берем один желток и пол чайной ложки борной кислоты. Смесь тщательно размешиваем и выкладываем на крышку. Крышку кладем рядом с муравейником. Муравьи тут же налетают на такую еду и начинают ее заносить в муравейник. Вместо желтка можно использовать банановые шкурки. Для этого в 50 мл теплой воды разведите пол чайной ложки борной кислоты. Нарежьте шкурки на небольшие части и замочите в таком растворе на сутки, после чего разложите шкурки по местам скопления муравьев. Эффект будет такой же, как и в первом случае. Спасибо за интерес к данному видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал.